Московское городское физкультурно-спортивное объединение Департамента физической культуры и спорта проводит всероссийские легкоатлетические соревнования «Мемориал Эдуарда Григоряна». Среди подданных королевы спорта этот турнир популярен и авторитетен. Ранее эти соревнования проводились как международные. Впервые они состоялись в 1993 году под названием «Звезды 21 века». А с 2001 года турнир переименовали в честь бывшего директора лучшей в Москве детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва МГФСО «Москомспорта» Эдуарда Григоряна. Сдюшор работает на базе спорткомплекса «Трудовые резервы», что на 11-й Парковой улице. Эта спортшкола крупнейшая, здесь занимается более 600 человек. Наибольших успехов ее воспитанники достигают в прыжковых дисциплинах, беге и барьерном беге. Отсюда, в общем-то, вышли олимпийская чемпионка Полякова, серебряный призер Олимпиады Семагина. Здесь выступала Марина Купцова, Анна Пятых. То есть очень много сильнейших российских спортсменов прошли этот мемориал. Соревнования проводятся уже в 14-й раз в 10 дисциплинах легкой атлетики. Благодаря руководству Москомспорта эти соревнования состоялись, потому что нам буквально по нашему первой в нашей просьбе выделили целевые финансовые средства. Кроме этого, региональный центр развития легкой атлетики Международной федерации, который возглавляет Вадим Зеленчонок и который базируется в Москве, также откликнулся на нашу просьбу и также финансово нас поддержали. Поэтому, вы видите, праздник состоялся, мы очень рады. Тем более он проходит сейчас после первенства России. Поэтому здесь находятся этого возраста самые сильные и сильнейшие спортсмены нашей страны. Участниками мемориала Григоряна стали спортсмены 90-го года рождения и моложе. Дмитрий Желябин выступает в дисциплине прыжки с шестом. Спортсмен только что вернулся с первенства страны по легкой атлетике, где завоевал почетное второе место. На этих соревнованиях Дмитрий поднял планку еще выше. Для меня это второй шанс реализоваться в этом сезоне, чтобы показать лучший результат России. История показывает, что многие ребята, которые прошли эти старты, впоследствии стали членами национальной сборной команды. 14-й по счету мемориал Эдуарда Григоряна – это очередной смотр спортивного резерва страны.